Всем доброго времени суток, это канал Post-Production. Сегодня я хочу рассказать, как записывать гитару в линию в Cubase, то есть прямо встроенную карту. Либо это, конечно, желательно, если у вас есть USB-карта с инструментальным входом, либо если у вас есть D-Box, тоже будет неплохо, можно тогда во встроенную карту писаться. Ну, либо напрямую во встроенную карту можно писаться в том случае, когда у вас, в принципе, есть звукосниматель, гитара активная. Можно поэкспериментировать, конечно. Откуда я это все взял? Я это все взял с форума описания, и ссылка на форум будет под этим видео, можете вы пройти и прочитать. То есть там описание всех настроек. Я просто собрал пресет, о котором сейчас и пойдет, собственно, речь, которую вы можете скачать у меня тоже под видео, будет ссылочка. Собственно, как все это работает. Создаем новый аудиотрек, нажимаем E, правой клавишей кликаем сюда мыши, Load, гитара Metal VMX, расширение открываем. Собственно, вуаля, все инструменты появились. Пробегусь по ним, их вы можете также скачать в интернете, они в открытом доступе лежат. TSE 808, версия 1.1, это вот такая вот грелка, и выглядит она именно вот так. Далее идет Paulin LE456, это у нас башка, и выглядит она, собственно, вот так. Кефир с импульсом, импульс тоже будет по ссылке, где, собственно, вы скачаете и сам пресет. Сгружается он таким образом. One Precision, WAV и открыть. Кефир версия 1.2. Собственно, тоже можете спокойно скачать. Это C6 компрессор моно из серии Waves. В принципе, кто в Cubase работает, тот, наверное, его прекрасно знает. И последнее, это оксфордский, так сказать, эквалайзер Native. Надо будет скачать пак, он так и называется, Oxford Native. Там несколько инструментов, буквально 8, наверное, VST-плагинов. И один из них будет как раз-таки этот эквалайзер. Здесь тоже все настроечки есть. Если хотите все сами, можете крутить под себя. Вот, настраивайте. Почитайте на форуме, какие рекомендуют настройки. В принципе, я все сделал, как там вроде описывалось. И звук примерно получается, гитара вот такой вот. У меня есть микс записанный. Собственно, вот такой звук очень подходит для металла, для хардкора и других тяжеляков, собственно, тяжелых вещей. Звук довольно-таки такой естественный и не пластмассовый, как у многих плагинов. Поэтому рекомендую еще раз пройтись по ссылочке на форум, потому что это придумал не я. Я скоммунизил оттуда и просто создал, так сказать, пресет. Не обязательно делать все, как там написано, как я говорю, но как бы результат налицо. Надеюсь, я вам помог, и мой пресет поможет вам также в создании классных, реально тяжелых композиций. Не забывайте про калибрство он также и про строй. Вот. И тогда у вас реально классные будут вещи. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы в комментариях, если у вас возникнут какие-то проблемы с плагинами, где их достать, пишите мне напрямую, я всегда рад ответить и помочь вам. Не стесняйтесь, отвечу вам абсолютно всем. Так что ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал, буду рад вас видеть. Всем пока!